ни одна из санкций не направлена персонально на гражданина Российской Федерации, она направлена на отдельных индивидуумов, которые, по мнению Запада, запятнали себя в этой не очень честной и корректной комбинации с Украиной. Если Запад попытается применить к нам действительно серьезные экономические санкции, это приведет к очень быстрому и очень резкому улучшению состояния экономики Российской Федерации. На самом деле санкции могут быть гораздо более серьезные, и не следует преуменьшать мощь Запада. Не думаю, что этого следует опасаться тем людям, у которых чиста совесть. Если человек не вор, и у него не лежит там ворованное где-нибудь на счету в швейцарском банке, то ему опасаться нечего. А вору так или иначе надо опасаться. Его поймают когда-нибудь и посадят. Доволен просто. Санкции сейчас нужны, надо это болото унылое чем-то взгреть, заставить его действовать. Даже если элита Российской Федерации не справится с этими вызовами, ну что ж, тем скорее она потеряет власть, это тоже хорошо. Экономика и сегодняшний гражданин Российской Федерации – это очень два взаимосвязанных, так сказать, момента в жизни. И нельзя говорить однозначно, что вот санкции простых людей не коснутся. Коснутся. Потому что экономика будет претерпевать очень серьезные негативные изменения в этом связи. Я бы еще попросил Запад нас выгнать, наконец, из Всемирной торговой организации, потому что нынешняя правящая команда туда затянула и вызвала крах сейчас промышленности, промышленность падает. Я думаю, что всегда лучше готовиться к худшему, тогда лучшее покажется хорошим вариантом.